обратить внимание. Вы находитесь лицом к пострадавшим, таким образом вы можете контролировать эмоции пострадавшего, периодически интересоваться, как самочувствие. Как у вас самочувствие? У нас кровотечение у Надинки, и она кровь идет очень сильно, течет, и она, ну, что-то, слезы идут, помаленьку, помаленьку. Это у нас, вот, спиритус у нас есть, прикладываем так, на рану, и чтобы, вот, и на рану. Что делаем в первую очередь? Первое мы приложили на эту рану, где кровотечение, салфетку. И сейчас ленточку обводим красиво, чтобы держалось все. Укрепленно было хорошенько. И закрепляем. И закрепляем. Вот, если мало нужно, второй у меня дохват. Дату нужно написать сегодня, а который сегодня? 21, да. Мы записали дату. И время еще. И вот, мы закрепили красивенько, как чувствую себя на ну, уже лучше. Не боишься, кровь не уйдет с тебя. Хорошо, хорошо. Ты молодец. Как самочувствие, Надюш? Хорошо. Не умрешь нам? Как себя чувствуешь, Надя? Хорошо. Точно? Да. Хорошо. И руки. Катя, Катя, что с тобой случилось? Опять пойдем. Не плачь. Упала. Давай. Как? И что ты сделал? Что там у тебя? Скажи. Не плачь, солнце наше. Подвигаем Катю на операционный стол. И сейчас вот для удобства у нас есть здесь инструмент. Прошу. Носки. Да, девочки, снимайте носки. Не у себя. А, что? Так, надо снимать здесь копаточку, а я сейчас тут приготовлю, что нам нужно. Итак, девочки, что нам нужно делать, когда у Кати повернутая стопа? Что нам нужно сделать, когда Катя подвернула стопу? Итак, в первую очередь нам нужно нашу деликатную стопу зафиксировать бинт. Бинт зафиксируем бинт. Вот так. Как девчонки, идите сюда, помогите. Держите. Вот так. Вот так. Фиксируем. Пару раз нужно обмотать здесь. Вот так. Хоп. Берем. А сейчас что нам нужно делать? Сейчас нужно нам вот так сделать. Правильно, мам? Да. Вот так. И еще стопу. Еще раз, да? Вот, и сейчас вот опять вокруг ноги, над кувшином, и вот так. Восьмерку делаем, да. Раз, и два. Оп. Болит? Даже нет, мощно. А если подниму? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Мама! Все, кажется, нужно ее спасать. Сейчас задохнется. Так, что нужно делать? Сначала нужно нам руку отставить и вот эту положить сюда. Кать, держи так ручку. А вот эту... О, боже, какая тяжелая! И... О, боже! Так. И... О, получилось! Получилось! Нашей Надечке в юном возрасте часто из носа шла кровь. То есть она наследственная. У меня тоже в глубоком детстве тоже кровь часто шла. Просто сосуды такие, свойства сосудов слабые.
чуть давление, и там лопаются сосудики, идет кровь. И какое у нас лечение? У нас всегда было очень простое лечение. Да давай, у меня кровь идет. Кровь идет, ой, бедно, несчастно. Берем сразу так, опа, кровь купируем, чтобы, да, так, все, она еще чуть-чуть идет. Закрой носик, так вот, подержи носик. И пока она держит носик, мы берем такая салфеточка у нас и создаем такую, тампончик такой. Только нужно, соответственно, с носом. И берем, когда это, опа, ложим, и вот так вот. И теперь ложим ребенка. Наполовину сломалась. И вот в таком положении, конечно, тут нужно еще под голову что-то дать. Вернее, не под голову, чтобы голова была, это самое, чуть пониже. Можно вот так ребенка взять. О! Вот так. Все. Вот так вот она полежит чуть-чуть, и все у нее проходит. Это вот такое лечение от этого. От кровотечения. Вот так делаем. Хорошо так, чтобы равномерно было. Вот 4 палочки, и мы, вот перелом случился. Мы сейчас его просто делаем. Плотненько. Зачем палочки? Палочки нужны для того, чтобы мощно зафиксировать руку в момент, так сказать, перелома, чтобы не было сдвигов и не усугублять. То есть рука будет стабильная, она так должна срастаться. Ставь руку сюда. Вот так вот мы и лечимся, так и живем. Хотя никто у нас и не болеет, потому что мы женьшень и золотой корень пьем. Так мы и живем. Что здесь будет? Мама, я хотела спросить. Как ты здесь живешь? Я хотела спросить, удобно ли ей? Но она ж у нас без сознания. Мама! Ты жива? Так, Светушка. Ты себя хорошо чувствуешь? Не знаю. А можешь чуть-чуть погромче, а то я не слышу. Не знаю! Ушиб! Кровотечение. Мама, тебе удобно? Все, кажется, все. Алло! Скорая помощь, да, у нас тут пациент. Ну, кажется, еще жива. Быстрее, не знаю, сколько продержится. Давайте. Не приедете? Как это так? А что нам делать? Как ничего? У нас, это ж мама наша, она сейчас не знает, что случится. Все. Ничего, не бойся, мой дорогой. Веди себя аккуратно. Будь аккуратней. Хорошо. Наня! Наня! Проснись! Не умирай! Так. Лучший способ. Обморок у нее, да? У нее обморок. Сейчас как же ее разбудить? А вот живая! Ожила, о чудо! Нет, ты мама должна была быть, но она занята. Но много я... И
теперь у нас две пациентки. Что с ними делаем? Бинтуем. Голову. Папа, ты тебя голову не знал. Катя, в первую очередь спасайте. Меня не надо. Я видел, что она... Вторую, давай вторую. Спасаем. Поехали. Что у вас, девушка? Нос! И теперь две пациентки вполне уже это самое. Еще третья. Третью оживляем с помощью волшебного эликсира. Волшебный эликсир. И... Оживает. Эй, мама! Мама! Где болит? Мама! О боже, какие тяжелые. Не надо. Все. Наша мама сейчас кайфует.